Миш, я долго думала сейчас по поводу твоего вопроса, в чем моя выгода блокировать свои чувства, да? Вот, честно говоря, это очень страшно. Вот такой страх охватил осознанности того, что ты создала семью, родила детей, и такое ощущение, что никого не любила. Я никогда не испытывала чувства оргазма, у меня не было желания, вот как сказать, вот истинного желания хотеть, да, вот сны мне снились, да, когда я такие чувства испытывала, что просто крышу сносила. В жизни этого никогда не было. Я пыталась сейчас понять, и я окунула свое детство, юность, до замужества. Я поняла, что я вот в этом состоянии была всегда, я другого не знаю. Вот я жила вот так вот, какой-то отстраненной, какое-то отстранение, какая-то вот тревожность, закрытость, отчужденность, вот что-то такое вот, любви вот этой вот к себе, к другим, сдержанность во всем, какая-то вот настороженность. И я всегда понимала, что мне это мешает. И я сейчас стала понимать, если бы мне хотя бы уцепиться, если бы у меня был момент, когда у меня была вот эта наполненность, любовь, вот чувственность, и бац, она в какой-то момент исчезла, да, я могла на это опираться, но мне не на что опираться, я не знаю, я понимаю, что вот у меня сейчас ситуация с детьми, что они со своими болезнями мне прям кричат: мама, с тобой что-то не так, они меня пытаются разбудить, тормошат меня, я понимаю, что я женщина, я очень хочу любить, давать любовь, да, чувствовать, и для меня это жизненно важно, у меня такое ощущение, что я просто жизнь свою проживаю холостую, впустую. И внутри меня вот такой вот комок боли, страха от того, что вот я читаю отзывы, как вот девочки это чувствуют. А я нет, я не знаю почему. Мне кажется, это на какой-то грани фантастики. И мне так хочется тоже до этого дойти, пробить эту броню и стать чувственной, любящей. Ну как, почему так, куда, я не знаю. Помоги мне, пожалуйста.